Жительницу Нижневартовска с рождением дочери поздравили сотрудники ДПС. С подарками и цветами полицейские пришли прямо в роддом не случайно. И не потому, что девочка родилась в день сотрудника МВД. Причиной стала встреча наряда ДПС и будущей мамы на автодороге, из-за чего инспекторы и стали почетными гостями при выписке младенца из роддома. Свидетелем радостного события оказался Михаил Светошев. Спасибо огромное ГИБДД за помощь, за доставку. Цветы, поздравления, подарки. Инспекторы вручили родителям новорожденной очень нужную в дороге вещь. Да, кресло детское специально по поводу. Теперь будет ездить в безопасности. Это сейчас веселый смех, шутки, счастливые лица. А несколько дней назад, 9 ноября, Даше Бурыкиной, будущей маме и полицейским пришлось изрядно поволноваться. Их первое знакомство произошло на 204-м километре дороги Сургут-Нижневартовск. Беременная женщина ехала в автомобиле со своими родителями, когда начались схватки. К счастью, им встретился наряд ДПС. Мы не ожидали, что роды у нас начнутся так быстро. И пришлось попросить сотрудников ГИБДД сопроводить нас, так как уже было поздно. И очень большие пробки. Мы успели, все хорошо. Все случилось, как в сказке о Золушке, где тыква превращается в карету. А здесь патрульный автомобиль ДПС временно стал каретой скорой помощи. Нами было принято решение после этого сообщения доставить ее в родильный дом города Нижневартовска. Пересадили в патрульный автомобиль и со спецсигналом на поисковых маячках доставили заведителя в роддом. Роды прошли успешно, благодаря своевременно оказанной помощи, как медиков, так и полицейских. Девочка по имени Мирослава появилась на свет со счастливым весом 3 килограмма 330 грамм, ростом 52 сантиметра. Для нее это самое главное событие в жизни – день рождения. А для полицейских – еще один эпизод службы, но тоже очень радостный. Полиция всегда приходит на помощь нуждающимся. Михаил Светошев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.